Задача у меня сегодня такая. Вот это дерево. Акация. С него летят всякие вертолетики. Сережки. Целиком я его спилить не смог, потому что у меня нет бензопилы. Короче, залез и поспиливал ветки. Вот эти ветки надо будет сейчас измельчить, перетащить на кучу и сжечь. Так, мне тут осталось пару веток распилить. Все это повытаскиваю. Говоря, все перепеляка. Сейчас это надо будет все вытаскивать и сжечь. Что там горит нормально? Короче говоря, сейчас задача сжечь вот эту кучу. Куча здорова. А в станице тишина. Погодка градусов 15. Поджигал, ветер был в одну сторону, сейчас в другую сторону. Как бы станицу не поджечь. Все говорят, что он у тебя плохо кормит. Ну, ест сколько хочет. Он много не съедает. Фу. А на обед мама приготовила плов с курицей. Ну и, конечно, мой любимый луковый салат, который называется антикоронавирус. Всем приятного аппетита. Друзья, решил копнуть червячков. Да, на рыбалочку.
земля вроде бы влажная. Червячки должны быть. Вот, друзья, штук 20 накопал, думаю, часа на 2 мне хватит. Еду я на рыбалку, прокачусь. О, хорошее дело. Ветер вроде стих. Скажи, на рыбалку, а ты, у тебя червяков нету? Я накопал. Еще ж мясо возьму. Прошлогоднего. Сырого? На бычка мясо. И это, мне надо обзор сделать станицы. Я забыл, как эта улица называется, которая вот от нас идет к почте. Шевченко? А вот та, которая по трассе. Перпендикулярно Шевченко? Параллельно. По трассе есть Краснодар. А, далеко там, да? На которой... Где остановка автобусная? Советов. Улица Советов. Центр станицы, магазины, везде пусто. Мне надо за мясом сейчас купить фарша и говядины. Мама попросила, но на магазине объявление, больше 3 человек не собираться, а там уже 3 человека. Я там стою, жду. В общем, купил все, что надо было. Подъезжаю к морю, друзья, чтобы узнать у моря погоду. Знаете, есть такая поговорка: ждать с моря погоду. Какой-то мужик что-то выкапывает. Да, если можно, чуть-чуть, не трудно будет. На мотоблоке. А, песочек он собирает. Ага, спасибо. Нет, друзья, сильный ветер. Порыбачить не получится. Сейчас хочу спуститься к берегу, набрать песочка. Практически каждый раз, если не забываю взять ведро, набираю 20-литровое ведро песочка и высыпаю в ограде. Станицу. Ветер прям такой. Не очень. Я съездил, посмотрел, там ветер. Что-то не захотел рыбачить. Да? Он на столе. Привез с моря песок. Сейчас надо будет где-нибудь высыпать.
такой кусочек говядины.